религия и вера Всевышнего Аллаха, который не только отправил человека на эту землю, он же, Всевышний Аллах, через своих пророков до мельчайших деталей разъяснил людям то, как созидать эту землю, да? То, как обустраивать жизнь на этой земле. И если следовать всем этим указаниям, на этой земле не будет никаких проблем. Не будет войн, не будет кровопролития, не будет каких-то экологических катастроф, ничего. Почему? Потому что элементарно религия же, Всевышний Аллах через пророков сказал людям, например, в этой жизни, из этого мира взять только то, что тебе нужно. Даже пророк же говорит, алейхиссалату вассалям, если ты омовение делаешь даже на берегу реки, огромная многоводная река, то ты используй воду в меру, исраф не делай. Эконом воду, даже на берегу реки, на берегу моря. Если вот так этот человек, наместник на земле, будет слушаться, будет следовать вот этим предписаниям Аллаха, указаниям Аллаха, как жить на земле, что делать, а что не делать, то все эти проблемы решаются. Все эти проблемы решаются. Но Всевышний Аллах это уже оставил, дал право выбора уже. Дал право выбора, хотя он может заставить человека делать все то, что как он хочет. Всевышний Аллах так не сделал.